Всем привет, с вами вновь Билли. Будем сегодня играть в Borderlands, потихонечку заканчивать эту игру. Правда, я в шутерах довольно-таки слаб, а сейчас я еще и после вакцины. Сумасшедший Эрл сказал. А, значит, еще задания мне открылись. А где про Эрла? Crazy Arrow. Пойдем посмотрим, что там у нас. Короче, у меня сегодня реакция не очень. Во-первых, сам по себе я слабенький. Да, у него есть задание для меня. Сам по себе я довольно-таки слабый игрок в шутеры. Так еще и... Эх ты, ничего себе. Так еще и после вакцины. Ну, типа вообще меня коматозит. Так что... Не ждите, что я буду показывать какую-то крутую игру. Хотя как будто я когда-то ее раньше показывал. Надо быстрее взять задание, а то этот меня задолбает, работяга. Железяка. Спаси лучшего друга Эрла, спрятанного бандитами в трэш-кост. О, найс. Как раз в трэш-кост пойду. И квестик туда. А на данный момент у меня что? У меня все задания в трэш-кост. Отлично. Тогда туда и направлюсь. Не люблю бегать по всяким локациям. А особенно, когда можно... Все сделать в одном месте. Зачем тогда бегать? Я ж там открыл уже все. Да. Направляемся в трэш-кост. Шо у нас тут? Лучший друг Эрла освобожден. Смотрим, что у нас. А, лучший друг Эрла довольно-таки далековато. Еще одна часть головоломки. Это вообще в другой стороне. Приманка и обман тоже в этой. Охота за домом. Вот это самое близкое. Значит, пойдем на охоту за домом. Надо какого-то кровососа убить. Что за кровосос? Так, что у меня имеется? У меня имеется... Так. Это Вентяра легендарная. Так понимаю, по урону она будет самая сильная. Это просто пистолет-автомат, винтовочка и дробаш. Хорошо, пошли. Патроны все разные, поэтому вполне может быть справлюсь со всеми проблемками. А что это там? Это пасть чья-то подразумевается. Так, вот за этой скалой квест. Это кто такие? Личинка краба-червя. Что-то ему вообще не особо-то больно. Ага. А куда им стрелять надо? Ну, вроде... Изи. Ну как изи, они довольно-таки жирненькие. Что-то на улице трещит, странное, бесит меня. Так, можно, в принципе, пойти квест сперва взять. Наверное, надо им вниз стрелять. Типа, не по панцирю. Их тут много до хрена. Их тут прям реально много. Добиль. А, у вас тут прям будь здоров. У них 27 уровень. То есть как бы не хухры-мухры. Подошел прям вплотную, сказал ему,
что он мне не нравится. А, подземляне. Как-то они быстро умирают, если подойти вплотную. Там критует, что ли, что-то или что? Этот не умер быстро. Так, мне надо квест взять и добить остатки. Остатки чего? Тоже личинки? Что-то не видно. В небе тоже никого нет. Под землей они? Ой, не попал. Буза. Чё, не попал? Не, ну вторым зато попал. Опа. И набери зарядочку. Граната? Или что это? Не, видать, не граната. Блин. Это вроде точное. В голову можно попасть. Попал тоже. А, тут железяку можно спасти. Найди ремонтный рам-набор и почини железяку. Ну давай. Я против, что ли? Что за звуки, кстати, постоянно? О боже мой, у меня протечка, кажется. У меня протечка. О, попадание? Добил. Ага. Так, все, все добиты. Идем, что там у нас? Кровососа надо убить какого-то. Так, стоп. Это я ремонтный набор ищу. А мне хочется кровососа убить. Кто такой кровосос? Гигантский скифит. Или скифит. Все. Вот кровосос. Понял. Серьезный молодой человек на самом деле. Ну, не очень серьезный. Что с него упало? Какой-то пистолет эпический. Забираем. Не помешает, во всяком случае, он мне лишним не будет. Так, а что у нас тут? Ну, ничего-то особенного. Так, что за пистолет? Смотрим. Ну, у меня просто все оружие лучше, чем он, мне кажется. Пока не буду ничего брать из этого. Так, собственно, какой квест взять? Смотрим. Спасти железяку где-то тоже тут недалеко. Вроде бы ремонтный набор надо найти. Чего? Серьезно, там где-то? И как мне его найти там? Это мне надо как-то залезть вот туда? А как я это сделаю? Вот гемор-то. Или это просто ориентировочно? Не, туда хрен залезу по этим текстурам санам. Ну да. Да вряд ли. О, сундук. Сундук. Заберем. Так, что
тут у нас? Что-то есть, короче. Кто там все позволяет по мне стрелять? Ладно, я не верю в то, что это вот так работает. Я попробую поискать все-таки. Так, что там? Задание написано там. Я живу в Нью-Хейвен. Не, это не то. Вы нашли еще одного железяку. Может, где-то рядом остался неиспользованный ремонтный набор. А, и все, да? То есть это может быть просто ориентир, что вот это тут. Попробуем вот сюда зайти. Может, тут сбоку как-то можно обойти. Блин, нет, не залазит. А где можно? Что за звуки постоянно со стороны? Как будто кто-то мычит. Здесь тоже я вряд ли найду ремонтный набор. Показывает, что вот там. Так вот, что имеется в виду? Типа он где-то наверху? Да, он наверху. Черт. В натуре там. Нет, так не получится. Да, надо было действительно сразу посмотреть. Но я не догадался, я тупой. Так, тогда надо думать, как залезть на эту трубу. Может быть, с той стороны что-то будет. Так, здесь же можно подняться? Да, вроде можно. А, у основания можно залезть. И пройти надо просто по этой трубе. Все, доперло до меня. Ну, пойдем. Главное не шлепнуться где-нибудь в середине пути. Это было бы очень неприятно. Хорошо залетел, но зачем мне это надо? Так, ладно, пойдем спасать Железякина. Я думаю, ему необходима помощь. Так. Все, спасен. Он даже мне что-то дал, только это мне вообще не надо. Так, лучший друг Эрла. Это тоже где-то тут делается. Пойдем сделаем. А, может, он мне куда-то отойдет? Показывай. Есть где-то? Прикол какой-то. Ага. Ну-ка. Да ты молодец, что ты танцуешь. Показывай. Есть? Ага. Что, ага? Ну обычно же что-то показываете вы. Конченый. Бесишь. Так, вот здесь тогда пройду. Так, правда, мне потом в другую сторону. Эй, ты чего отпрыгнул-то так жестко? А как я тут залез тогда, блядь? Ёбаный. Словами не передать. Как эта игра порой клинит с, ну, своими текстурами. Текстурками. Тут тоже не залезть, ёбаный в рот.
Какая же классная игра. Как же у меня не горит очко. Да как я тогда не тогда залез, а сейчас не могу? Что за дерьмо? Ладно. Я там могу полгода пытаться залезть и в итоге не залезть. Так что лучше я обойду. Но своего добьюсь. Что за постоянные звуки такие? Меня пугает эта тема. Так, раз уж я мимо базы иду, я тогда подойду сюда. Так. Продам всякое говно. Ну, например, это что? Кстати, блин, я продал, даже не задумываясь. Ясно. О, улучшение. Щит, говно, щит. Блин, ладно, хрен с ним. Так, у меня теперь рюкзак еще больше. Это круто. Что у меня по патронам? Закупил. Это тоже закупил. Все, найс. Тут какой-то квест можно сдать. Или надо выходить отсюда? Да, наверное, надо выходить. Не пойду никуда. Сперва добьем тут все. Сказал я, будто бы этому несложно. Так, я налево ходил, а теперь можно направо. А потом попробую назад. Да. В таком порядке примерно все у меня будет. Ага, будет у тебя. Ты серьезно? Ну, вроде добили. А, у меня уже лям бабок. Лям бабок. Неплохо же. Богатый братинка я теперь. Ты кто? Эй, а ты... Блядь, ясно. Пожалуй, лучше вот так сделаю. Добил? Добил? Ясно. Безбашенный токса муравей-паук. Ты шо, токсик? Добил. О, что-то упало интересное. Так, это винтяра. И эта винтяра лучше? Хм. Ну, посмотрим. Ну, потестим просто хотя бы. Пошел в жопу. Так, здесь можно пройти? Бля, здесь тоже нельзя пройти. Ёб твою мать. Да как же мне добраться до этого говна? Мне вот так вот аж в обход пёхать. Чтоб спасти ссаного друга Эрла. Так, еще одна часть головоломки, это в другой части карты. Правильно, правильно. А приманка и обман? Приманка и обман, блин, она вот там. А, ну туда тоже, наверное, также можно попасть. Главное не забыть, что это все одна и та же миссия. Что там за драка? Опа. Буза! Нормальные такие цифры вылетают. Там качок, качку тоже надо дать. Подонок какой-то.
Ого, их там. Здорово. И тебе привет. Вроде никто больше не вылазит. А значит, я иду дальше. Или нет? Прям беспашный. Как я попал вообще в него? Этот тоже дух. Все, попал. Тоже перезарядку оформим. Что тут у нас? For more loot. Так, есть какие-нибудь секретики? Секретики, пистолетики. Вот там, возможно, есть. Кстати. Так, а с этой стороны? Вот вижу сундучок тут. И с той стороны вижу. Это ж сундук? Блядь, это открытый. Какая тварь мой сундук забрала? Надо тот хотя бы полутать. Ну, вроде бы там есть. Ну-ка. Пойдем глянем. Новый товар. Ну приколдесно, приколдесно. Песов. Сука. За что? А там чё? А, блин, там тоже ничего нет, наверное. Надо чекнуть этот момент. А. И где я появлюсь? Еще и минус 70к. Там же была текстура. Как эта игра работает иногда порой? Выбешивает просто. Ладно, все. Молча, молча бежим. Игра пытается меня вывести. Это все космические технологии. Горло болит. Поэтому тяжело говорить иногда. Так, здесь сейчас тоже кто-то может появиться. Не, вроде никого. Сейф поинт. Сейчас вылезут, нет? Не, подальше, наверное, вот тут могут вылезти. Вроде пока тишина. Ага. Попал. Ну-ка, а ты что там быкуешь? Развернись. Заебал, развернись. Тоже попал. Правда, не должен был попадать, по-моему. Сейвпоинт. Где враг? Блять, не бегай. Плюс бабки. А что у нас тут? Ой. Ты что ли, друг? Ой, правда. Прикольный у него дружок.
И чё, мне за ним надо идти, что ли, или чё? А куда он пошел? А, все, миссия выполнена. Так, ну тогда давай. Приманка и обман. А, брюшко королевы добыто, брюшко заменено. Что бы это ни значило, но... Видать, это очень важно. Тут. Ага, понял. Одного минус. Второго тоже. О, тут прям кританула, видать. И этого тоже норм так. Издалека нормально с ними, мне нравится. Тоже запупырили. А, ясно. Фух. Чего? У-у-у. Королева Тарантелла. Как ты попадаешь? Ладно. Да вы... Что тут нападало хорошего? Хилки. О, это брюшко было. Видать. А что еще мне упало? Мне упал дробаш? Видать, да. Ну, мой лучше. А что там заменить надо? Как я это, блядь, заменю? Здесь я уже не залезу, правильно? Ну да. Не похоже, что тут можно залезть. Но это не значит, что нельзя попытаться. Ладно, попытался, все. Так, где там? Бля, это прямо обратно надо идти. Ну там вроде есть проходик. Посмотрим. Может быть, сработает. Брюшко королевы. Там за движуха респавнулись. Ух ты, попал. Не попал. Попал? Попали. Где остальные? Там никого тупо нет. А, вон они. Не долетит, да? Ладно, хрен с ними. Надо брюшко заменить.
Серьезно? Еще и все твари. Так, только не говорите. Серьезно? Или говорите? Вроде можно пройти. А, я тут вниз спущусь. Все, норм. Тогда норм. Это обратная перегородка. Вообще странно, что на карте непонятно. Ты тут спустишься или поднимешься? Ну, на мини-карте, во всяком случае. На большой, может, и видно? Нет, тут просто полосочка. Им следовало как-то обозначить, где подъем, ну, где ниже уровень, где выше. Это было бы разумно. Чего? Добрый вечер. Серьезно? Король Аракак. Аракак. Поставил я, кстати, ульту. Ладно, нормально, так нормально. Нормально. О, фиол. Что-то фиолетовое упало. Еще тут. Ой, стопэ. Ну-ка, что это? Может быть, оно лучше? Так, ну это пулемет, но... Не скажу, что я от него в восторге. Я бы, кстати, продал эту золотую. Она вообще не понравилась. Ой, вы ко мне? Я бы вам не советовал ко мне. Так, возвращайтесь. Так, я уже обосрался один разочек, так что с меня, пожалуй, хватит тут обсираться. Пойдем еще одну часть головоломки выполним. И на этом сегодня закончим. Ага. Так, и там мне прокачаться надо, у меня 2 очка есть. Скорострельность и снижение отдачи после убийства врага. Что еще можно вкачать? Скорость перезарядки щитов. Увеличивает максимальный уровень здоровья. Давай вот это возьмем тогда. Тут что? Огненный кислотный. Пускай кислотный будет. Все, я ready. Погнали. Сдавать ничего не буду, но
Думаю, стоит подойти и продать все говно, что у меня накопилось. Чисто заходишь, чтобы отдать все накопившееся дерьмецо. Жаль, нет какого-то средства передвижения. Ну, типа, помимо машины. Машина это основательно, а типа, ну, блин, ну это, наверное, глупо. Не знаю, просто порой большие расстояния нужно преодолевать туда-обратно. В локации, где нельзя на машине путешествовать. Это довольно-таки неудобно. Могли бы это как-то фиксануть. Вариантов у меня, конечно же, нет. Я шо вам еще и варианты накидывать должен. Так что делаем? Продаем все тогда вот это. Щит говна. Поэтому мне не нужен. Так, че по патронам, по патронам. Это винтовка. Ну все, я фуловый. Нужно пройти испытание и заполучить еще один фрагмент от ключа. От хранилища. Фрагмент от ключа. Фрагмент ключа от хранилища. Так, где пойти правильно будет? Любопытно, что тут. Ага, вижу. Безбашенный токсо-муравей-паук. Издалека почему бы не пострелять? Найс, 6к опыта. Он сказал, you lick my ass? Так, тут тоже разобрались. Чё там? Блядь, ясно. Гранаты, конечно, конченые вот эти, я бы их с радостью поменял. Если бы что-то эквивалентное было к ДПСу. Потому что эти прям конченые. Зря я их взял вообще. Параша еще-то. Что, сюда можно зайти? Или это так? Ясно, это так. Лучше отойду, а то меня сейчас опять текстура проглотит. Тоже любят подобное дерьмо. Я уже обосрался разочек. Больше не хочу. Так, что мне из него ничего полезного не упало? Ну, кто бы сомневался. Зато есть утецкий. Alright. Не сказать, что это мега полезно, но... Можно будет, может быть, потестить, а можно будет и не потестить. Так, это сразу минус. Так, что там еще? Ай. Попали. Так, патрончики восстановим. Куда дальше идти-то? Наверное, сюда. Там, судя по карте, нет продолжения. Там тупичок. Обычно, когда фрагмент от хранилища, это босс. Мне вот интересно, что тут будет? Связаны ли эти звуки, которые в этой локации, с тем, что там будет? Или сейчас просто очередной дядька вылезет маленький? Сейчас увидим. Ого, поляна. Ля. Это что такое? Это что, из космического десанта, тварь? Что у нее за глаза ЛГБТшные? Ракхаев. Офигеть. И что, мне его надо бить? Судя по всему, надо глаза ему отбивать.
если он может. Он еще до меня даже не дошел. Я уже ему был здоров. Подбил. Три глаза минус. То он вообще ничего не может, судя по всему. Все, минус все глаза. Что еще можно подбить? А, понял. Я же еще вот так могу, брат. А, он выпускает тварей всяких. Что меня прижало? А есть еще проще боссы? На самом деле бить их вообще не обязательно. Надо убить босса и все. Ему нельзя было просто давать призывать их много. Хотя он много и не призывает. Хотя вот сейчас из него нормально так набывает. Да? Кто я или ты? А, брат. Точно я. Destroy the hive. Weapon официоноида. Что? Какая-то ачивка, ну, непонятно мне. Так, что-то фиолетовое нападало, и одно мне вообще нафиг не сдалось. Это там улучшение не для моего класса, к сожалению. Опять такая же, такое же дерьмо. А, он неподвижный? Ну и что там нам упало? Это что? Напалмовый топотун. Ну пусть будет. Щит такой же. Модификатор класса охотник. Спасибо. Это то, что мне нужно. Ладно, будем тестить. С прицелом опять же парашка. Не люблю вещи с прицелами. Ну типа достаточно снайпы. Ну и может быть автомат еще тоже с прицелом. Остальному оружию вовсе не обязательно иметь прицел. А что там? Это что такое? Оно просто улетело? Это враги? О, сундук, во-первых. В котором будет лежать ключ. Мани, мани, мани. А шо вот это? Много-много черепов. Ну ладно. Так, теперь посмотрим, где все это говно надо сдать. Ну это в Arrow Scrap Yard, а это в Rust Common East и West. Ясно. Конечно же, пешочком будем идти. Или может не можно как-то, нет? Нет, нельзя. В всяком случае, я не знаю таких способов передвижения в этой игре. Пешочком, пешочком. Так, тут много сундуков с патронами, правильно я понимаю? Да, будь здоров, сколько их тут. Ну а чё, я все тогда открою. Чё, оставлять кому-то, что ли? Пошли все в жопу, никому ничего не оставлю. Майя. Все вот эти сундуки открытые меня бесят. Лучше бы их не было, зачем они их открытыми тут ставят? Так, чекнем, что может быть тут. Да ничего. Как насчет? Нихуя. Ну, собственно, так оно и есть. Ну, правда, летают. Позвал их. Поджигают хрень. Понял. Они прилетят за мной.
Ладно, хрен с ним. Так, взял, что мог. Валим. Так, не тут валить надо, вот там. Вот что значит у меня температурка. Ну как тут без температуры, когда, блин, тебя заставляют просто идти куда-то. Зачем? Не знаю, просто иди, надо. Ну-ка. Сюда же не просто так дорога. Нет, просто так. Ты думал, мы что-то придумали? Нет. Это просто дорога. У тебя есть какие-то претензии к нашей дороге? Ну, как-то вот так я просто слышу, как со мной разработчики говорят просто. У меня голоса в голове. Это разработчиков Borderlands 1. Хотя, зря я, наверное, выпендриваюсь. Игра-то старенькая уже. Кто ее еще в 21 году проходит? Адекватных таких, наверное, людей нет. Ну, а я неадекватный, поэтому прохожу. Так, вылезли. Это кто? Король муравьев? Ну... Вот и нет короля. Убьют тут. Могли на самом деле. Зажали мне так не слабо. Что-то даже с них вывел. И тут на самом деле одни говна. Блин, и босс ни о чем, и уровень ни о чем. Не, прикольная тема, что большой, типа огромный босс. И типа он как этот... Из Звездных Войн. Ходун, или как их называли. Ну, типа, такой огромный. И с него всякие вылетают истребители. Типа, в Звездных Войнах прикольная тема была. Но это не Звездные Войны. Немножечко. Улучшение по 60 тысяч. Хотя у меня лям в кармане. Может, и могу позволить. Так, куда мне надо? Напомним себе. К Эру направимся сперва. Так. Не вывайся. Ты тоже. И ты. И ты. Эй, ты должен был с одного выстрела кокнуться. Ну-ка, получится еще? Да. Извини, я специально. Шарик, ты вернулся. Кто у нас хороший мальчик? Шарик, хороший мальчик. Эти мерзкие бандиты напугали тебя? Спасибо за то, что освободил его. Он скак, и эти бандиты наверняка даже не знали, как убирать за ним. Конечно, не знали. И скатертью дорога мне за это. Ну, спасибо. Так, смотрим. Сперва Rust Commons East. Там не мейн-квесты. Можно и сдать их пойти. А закончим главным сюжетным квестом. Думаю, это вполне логично. Rust Commons East. Куда? Глуш? Вроде глуш. Там значок стоит. Так, найс. У доски. О, оба можно сдать. Красиво. Все сдал.
Enter next. Rust Commons West. Подземный. Не знаю, что значит подземный. Вроде бы он не под землей. Что бы это означало? Так, блин, куда-то надо ехать. А, ну, вроде недалеко, но... Все-таки надо. Mounting up. Ускорение. Да, нормально. Стопе, стопе. А, я к Танис сейчас опять к этой. Танис. Хуянис. Блин, сейчас опять вылезут тварины. Не, ну с одной стороны, респаун мобов это обычная практика для игр, но меня слегка драконит, что каждый раз нужно одних и тех же убивать. Хотя по мне не скажешь, что меня это драконит, потому что я это каждый раз делаю. По одному. А этот где? Странно показан вроде. Ну и насрать. О, обновился сундук. Хотя там все равно не будет ничего хорошего. Так, привет. Прекрасно. А, ты принес мне третий фрагмент ключа от хранилища. Мы почти собрали полный комплект. И квест на железяку. А куда? Outhaven. О, как раз квест, который я тогда про... Ну, не просрал, но... Который я пытался сделать, но мне его не давали. Получается, сейчас я его смогу сделать. Отлично. Сейчас мне, наверное, еще по... Железкин скажет, что еще квесты где-нибудь появились. Долетел? Долетел. Давай, что тут у нас... Парашка всякая. Хм. Всех подбил. Снайпер ready, как говорил всем известный молодой человек. Так, ну все тогда. Пока что мне не говорят, что нужно какой-то крест взять. Попал. Поэтому. Железяку в Олдхэвене я буду освобождать уже в следующем видео. А сейчас просто дойду до телепорта. Вот. Ну, чтобы начинать было проще. Я люблю, когда начало всегда немножко лайтовенькое. Ну вот, собственно, прилететь сюда. Это будет уже немножко упрощением. Правильно? А где сейфпоинт? Почему-то не вижу, чтобы сохранилась игра. Ладно, тогда перейдем просто в следующую локацию. Так сработает, надеюсь. Опа. И вот здесь сохранится игра. Все, найс. На этом я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.